Зразково-музично-драматична студія «Теремок» влітку цього року отримала гран-при на міжнародному фестивалі, який проходив у Болгарії. Нещодавно вони знову привезли нагороду, але вже з Польщі. Вот мы очередной раз съездили в Польшу на фестиваль, 13-й молодежный фестиваль «Иншей». Это молодежный, мы, в общем-то, детский коллектив, но нам очень хотелось посоперничать все-таки с более взрослыми коллективами и увидеть, что мы можем поделиться своим опытом, ну и, конечно, научиться то, чего мы не умеем делать. Суперники були доволі сильні, тому карманським талантам довелося трохи похвилюватись, але вони впорались. Колективів було всього 10, це достатньо мало, вот, і тому боротьба була така жорстка, тому що відборчі тури були дуже жорсткі, щоб потрапити в цю десятку, в першу чергу. Вот. І ми все-таки потрапили. Мы побывали там. Спасибо большое родителям за то, что есть, предоставляется такая возможность именно родителями бывать, делиться, учиться и познавать. У молодіжному фестивалі зразково-музично-драматична студія «Теремок» посіла друге місце. З України там були лише два колективи. Організація понравилась, що все чітко розписано і дали нам немножечко время почувствовать сцену. Поездка очень понравилась, конечно. Море впечатлений, море фотографий. Ну, хочется повторения. Свої враження, хвилювання та отриманий досвід захопленням розповідають вихованці студії. Первые эмоции наступают такие большие, это за кулисья. Вы стоите, волнуетесь, вы в предвкушении чего-то, будто того, что вы боитесь. Но когда вы выходите на сцену, каждый понимает для себя, его это или нет. Ты начинаешь, кто-то начинает волноваться, кто-то начинает радоваться, кому-то это очень нравится. Вот я, например, почувствовала, что когда я вышла на сцену, что это мое. Мне очень понравилась эта публика, игра, мои партнеры по сцене. Это вдохновляет. В поездке была буря эмоций. Это когда мы приехали в другую страну, и это был другой язык, другой уровень, это было новое волнение. Конечно же, волнение на сцене. Та на цьому зразково-музично-драматична студія «Теремок» не зупиняється. Далі на них чекає поїздка до Києва вже з новою постановкою «Цар». Мне кажется, это будет очень увлекательная поездка, потому что мы едем с новой постановкой. Это для нас вообще новый опыт будет. В прошлом году мы ездили на фестиваль «Покори сцену», и в этом году мы тоже будем туда ехать. И так как в прошлом году мы заняли там гран-при, нам в этом году предстоит очень трепетная работа, чтобы показать наш уровень достойный. Отож, бажаємо юним талантам Акерману лише успіху та нових перемог. Тетяна Карпенко, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.